Справку об отсутствии или наличии судимости можно получить, не выходя из дома. В МВД расширили перечень электронных госуслуг. Сегодня одним кликом мышки можно не только узнать о штрафах в ГИБДД, но и оформить заявление на выдачу вышеуказанной справки. Обычно ее требуют при устройстве на работу. О преимуществах электронной услуги расскажет Марианна Кутакова. Евгений пришел в отдел кадров за списком документов. Чтобы устроиться на работу, ему необходимо принести справку о наличии или отсутствии судимости. Для этого Евгений сразу обратился в МВД, где его ждала приятная новость. Сегодня требуемую справку можно оформить не только приходя в само ведомство, но и через интернет. Существует несколько способов подачи заявления для получения справки. Ну, во-первых, через единый портал. Там сроки будут меньше. Ожидание, ну, справку получите быстрее, либо можете подать у нас, но там, ну, чуть подольше будет. В письменном виде у нас получается срок до 30 дней исполнения этой услуги, а сейчас вот в электронном виде она, можно сказать, наполовину уже сократилась. И люди сейчас у нас как бы, для этого мы на встречу пошли, открыли дополнительные рабочие места для регистрации граждан. С начала этого года такой электронной услугой воспользовались более 30 тысяч человек. Современная услуга также доступна в многофункциональном центре «Мои документы» в Якутске и его 45 районных филиалах. Достаточно лишь зарегистрироваться на портале госуслуг. Я как раз зарегистрировался на портале госуслуг и вот сейчас пришел в МВД, мне подтвердили мою регистрацию и разъяснили способы подачи заявления на справку. То есть я сейчас пойду домой, включу компьютер и в тепле с кружкой кофе я оформлю себе справку. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.